6 гадоў падарожжа ў адной выставе. Гомельскі фатограф Юрый Берукоў прэзентаваў аўтарскую экспазіцыю «Мама Афрыка. Свет дзікай прыроды». Аматараў фотамастацтва запрасілі ў музей фатаграфіі і друку. У ліку першых выставаў убачыла Яўгенія Кухаронак. За свои 20 годов подорожжа ён побывал у 63 краинах Европы, Азии, Паўднёвай Америки и Африки. Гамельчанам другий год запар шанцуе на свои вочы бачыць работы Юрыя Берукова. Летась ён выставляўся у гэтай же зале з экспозицией «Мама Африка. Племёны и традиции». Зараз подышла чарга показать спякотный континент у іншым ракурсе. Я езжу каждые несколько месяцев в разные страны. И с каждой поездки привожу 20-30 тысяч фотографий. И, естественно, что потом, до следующей поездки, я только занимаюсь тем, что перебираю их, сортирую, выбираю лучшие, очень много времени занимает. Поэтому, конечно, всегда самый большой труд – это выбрать фотографии, выбрать лучшие. Плануется, что цикл выстав будет иметь протяг. У фотомайстра уже навод есть задумки на этот фонд. Следующая часть, наверное, будет про африканские пейзажи, потому что действительно пейзажи там тоже впечатляют. От пустынь, вот дюны пустыни Намиб до вулканов, великорифтовые долины, разлома, озер огромных, вот Танганика, Виктория, Ньяса, на которых я тоже был. Ну а четвертая часть, она будет про вообще про жизнь обычных людей. На выставе представлена каля 40 здымкаў. Як распавядае аўтар, ёсць работы, якія былі сапраўднай удачай, а яна, вядома, спадарожнічае адважным. Там фотография есть, где одна зебра другую ударяет на фоне фламинго. Конечно, это момент, который нужно было подловить, просто нажать вовремя на кнопку. Вот. А есть фотографии, которые были просто большой удачей. Например, первая фотография, где огромный львиный прайд идет по дороге, 18 львов. Ну, на самом деле, я был в Серенгете 4 раза в Танзании. И вот только в четвертую поездку так повезло, чтобы прямо 18 львов вышли на дорогу и прямо шли, потерлись о нашу машину, пошли дальше, потом легли недалеко. В общем, это большая удача. У Юрыя Берукова, як і у кожнага фотографа, ёсць фотаздымкі, якія засталіся толькі ва ўласнай памяці. Ім ён даражыць, а пакуль спадзяецца на атрыманне новых унікальных кадраў. Яўгенія Кухаронак, Яўген Макіенка, Тэлерадыёкампанія Гомель.